день, уважаемые пассажиры! Мы рады вновь приветствовать всех на очередном открытии сезона движения поездов на Тульской детской железной дороге. 59-го сезона движения поездов. Уважаемые гости праздника, дорогие коллеги, я сегодня говорю в первую очередь юным железнодорожникам, потому что юные, мы взрослые, и вот справа руководители предприятий, но общее у нас то, что мы железнодорожники. Я сегодня хочу всех искренне поздравить с началом открытия летнего сезона и ставлю задачу, чтобы мы, вот Тульская детская железная дорога, по всем позициям в России была лучшая. Детский парк, окаймленный изюминкой детской железной дорогой, стали жемчужиной наших города. И вот те движения, которые мы делаем вместе с РЖД, облагоустраивая этот уголок Новомосковска, приводит к таким прекрасным результатам. Действительно, детский парк и детская железная дорога стали любимым местом отдыха горожан.